Внимание, внимание! В эфире срочные новости. Сегодня мы получили возможность путешествовать во времени. У нас есть эксклюзивное интервью первого человека, смевшего покорить время. Соединяю. Здравствуйте, я нахожусь с первым путешественником во времени, и у нас есть эксклюзивная возможность узнать, каково это путешествовать во времени и какие после впечатления после путешествия у него остались. Адреналин в крови просто зашкаливал. Рядом со мной проносился Петр Первый. Я мог пройти сквозь него и ничего не почувствовать, а он даже не обратил на меня внимания. Но больше я скажу, во время этого падения вырабатывается адреналин, энергия. Я просто не мог представить, что рядом со мной происходит. Но вдруг я падаю и понимаю, что я стою на море. А передо мной Атлантида. Она существует, я вам скажу. Это правда. И это просто нереально. Благодаря креативному бюро TimeHack вы можете попасть в любое временное измерение, в любых условиях. Можете оказаться и зимой, и летом одновременно. Прерываем наш выпуск из экстренных новостей. Только что группа туристов застряла среди веков. Мы не можем найти ошибку, но вы сможете.